Спасибо. Ты вообще взмок уже, дружище. Ну ты работаешь. Ну ты работаешь вообще, молодец. У нас Котабыч есть такой. Тебе напарник. Давай снимем сюжет. Молодца, вообще, вот тебе барабаны дай, так ты вообще это... Я в лёгкую играл. Я раньше играл. Раньше играл? А сейчас? На один барабан. Если барабан тебе дать, ты тут был... Ну ты же тут тусуешься, да, на Пушкинской? На Лёгкую. А или ты тут случайно? И на Соколе. И на Соколе? Соколинская душа моя. Ну увидимся, добро, хорошо, удачи. Там же люди богатые, такие же, как ты, дают все это. Они все раз говорят, люди, пойдем в клуб, представляем, где пока не найду свою веру. Пап, девка. Вот за это я делаю, чтобы она услышала, пришла. Понятно. Спасибо. Спасибо. Еще круто. Школа здравого смысла, дорогие друзья. Изучаем 9-го. Вот это да. Небо политика. Хрестоматия 21 века. Небо политика. Это учение. Небо политика. 9-го. Путин. Перспектива развития России. Спасибо. Вот это бомба, дорогие друзья. Вот это бомба. Второе апреля 2014 года. 17:50. Центральной точке площади я стою и нигде не веду крупных часов, чтобы гражданину голову поднять и время увидать. Небольшая экскурсия по метрополитену, точнее по переходу. Везде в
метрополитене торговые точки убрали. Но здесь, видимо, очень высокие начальники покровительствуют. Здесь торговая зона осталась. Зато курс валют вот виден издалека. Интересно, если что-то будет интересно, я кнопку нажму, дорогие друзья. Не буду испытывать ваше терпение. Вы и так смотрите очень много пустоты.